А сейчас я хочу пригласить на сцену лауреатов премии «Гражданская инициатива» в Челябинске, творческий коллектив благотворительного фонда «Андрюша». Основатели этого фонда Константин и Юлия Жаботинские привезли своих юных артистов аж за 2000 километров. И привезли они их сюда, чтобы поздравить всех участников нашей церемонии и от имени всех-всех детей рассказать, каким они видят наше с вами будущее. Встречаем. Почти такой, как наш, я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки, как людей, где почти всегда весна. Где у всех людей очень добрые. Благодарим попечителя фонда «Андрюша», профессора Московского гуманитарного университета, певицу Светлану Каратееву и подопечных фонда Маргариту Стрюкову и образцовый коллектив хореографической студии «Фантазия», а также всех артистов, которые украсили сегодняшний праздник.